Студия «Позитив» и компания «Балтимор» представляют. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Здрасте. Вчерашнюю макулатуру еще не увезли? Нет. Слава Богу. Вы знаете, я вам вчера сдавал всякую ненужную бумагу, а вместе с ней случайно сдал очень нужную. Можно мне поискать? Еще чего? Из-за какой-то бумажки все тут переворачивать. Ну, пожалуйста. А если это была сберкнижка? Не, ну если сберкнижка. А как ты сберкнижку сдал? Сберкнижка? Это я сказал для примера. Я случайно сдал фотографию жены. Она мне дороже, чем любая сберкнижка. Здрасте. Фотография? Бумажка какая-то. Как она может быть дороже сберкнижки? А у меня на сберкнижке и нету ничего. Ну где тут вчерашние бумажки? Ну куда ты? Ну, куда ты? Куда ты? Ну что ты? Городок по бумажке. Ты невероятно. Всю жизнь езжу на автобусе. Всю жизнь мечтал, что мне попался хоть один счастливый билет. Ни разу не попадался. Вот, пожалуйста. Какой? Ой, это ж надо, все семерки. Это не просто бумажка, это знак судьбы. Правда? Да, конечно, что вы. Я всю жизнь на транспорте. Я это наверняка знаю. Такой билет надо сразу съесть. На счастье. Да? Сразу. Так. Так еще чувствую, как счастье приходит просто. А вы кем на транспорте-то? Я-то? Контролером. Да. Вот ваш билет предъявите, пожалуйста. Так я же... Ничего не знаю. Или билет, или штраф. Не бережем мы наше богатство, не бережем. Молодой человек, нельзя так расточительно относиться к бумаге. Для справки, чтобы получить тонну бумаги, надо вырубить не одно дерево. Папаша, чтобы получить одну вот эту бумажку, справку об освобождении, мне пришлось вырубить 10 гектаров леса и двух соседей по бараку. Вот эту бумажку я берегу. А ты береги вот эту. Паспорт можно ваш? А то, как говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Я попрошу не хамить! Что это вы, господи? Букашка Сергей Ильич. Ой, извините, ради бога. Ha ha ha!
Городок. По бумажке. Ну что? Одна из вчерашних пачек. Тут какие-то письма. Нет, письма. Это не мои. А как же это можно в макулатуру письма нести? Да кем же это надо быть, чтобы письма сдавать? Дураком надо быть. Что за них получишь? Не, умные те книги сдают. Да. Валяешься? Ну, читаю. Читатель. Вот эта коробка, вот эта. Сколько она будет вот здесь стоять, а? Вот эти вот бумажки, кому они нужны? Я или выкину, или сожгу сейчас. Ну, как это сожгу? Ну, в этой коробке вся моя жизнь. Жизнь? Да. Какая у тебя жизнь вообще? Жизнь у нее. Что это вот это такое у нас вот это, а? Вот это вот, кому это надо? Милый, я так тебя люблю, я вся горю, когда думаю о тебе. Это вот это твоя жизнь? Я спрашиваю! А! Я объясню. Вот это жизнь, да? Что ты объяснишь? Это ошибка, ошибка. Что ты мне объяснишь? Заткнуться! Заткнуться! Объяснишь ты? Что это такое? А? Я спрашиваю. Вот это что это? А? Вот это что это я? Спрашиваю. Это ж ты мне сама написала, когда мы еще студентами были. Да? Да. Милый, я все говорю. Ты смотри, какой у меня раньше почерк красивый был, да? До чего ты меня довел? До чего ты меня довел? До чего ты меня довел? Ты! Господи, ну какой же я рассеянный, право слово. Какой я рассеянный. Я раньше, когда с кем-то знакомился, так обязательно и или имя забуду, или где договорились встретиться, или с кем договорились, как вообще мне при этом жениться удалось, сам не понимаю. Ну, подумаешь, сейчас и не такие женятся. О, отдел знакомств. Однорукий, одноногий, одноглазый мужчина ищет свою вторую половину. Извините, вы случайно... Не видели здесь одинокой женщины лет 40, симпатичной, обеспеченной, посредников просьба не звонить. А да, чуть не забыл, у нее еще в руках должен быть журнал «Огонек». А вы случайно не симпатичный мужчина, слегка за 50, без вредных привычек, с букетом цветов? Ой, это вы. А это вы. Я? Знаете, сейчас так сложно знакомиться по объявлению. И все-таки я думаю,
у нас что-нибудь может быть? Конечно, может. У нас с вами много чего может быть. У нас может быть инсульт, инфаркт, остеопороз, подагра и венок. Нет. Нет, не помню. Ты что, вообще ничего запомнить не можешь? Почему могу? Я для того, чтобы запоминать, использую мнемонический способ. Какой? Мнемонический. Ну, это я сравниваю что-то с чем-то похожим, которое я знаю. Вот. Непонятно, да? Ну, спроси меня что-нибудь. Сколько лет твоей жене? Сейчас вспомнил. Ботинки у меня 43-го размера, а жена на год младше. Значит, ей 42 года. Очень хороший выбор. Не хотите обратить внимание на кроссовочки, пожалуйста? Абибас. Абибас, прекрасно. 3 дня гарантии. Смело можно брать. Молодой человек, прекрасный выбор. Это Саломантра. Совместное производство Украина, Индия. Есть гарантия на примерочку. Пожалуйста. Я извиняюсь. Я прошу прощения. Хотелось бы обувку помоднее. Ручная, вы увидите работу. Слышишь? Здесь. Прошу прощения. Что? Я говорю, хотелось бы обувку какую помоднее, а то у нас в деревне все в сапогах и сапогах. Может, что посоветуете? Вам сапоги, пожалуйста. Это очень хорошая. Как я? Я же говорю, что у нас в деревне в сапогах все, а хочется чего-нибудь более легче. Ух ты! Сандали, например. А то говорят, ноги тоже должны дышать. Почему опять сапоги? Я же просил что-нибудь полегче. Ноги тоже должны дышать. Потому что дышать должны не только ноги, но и люди. О! Ты смотри, что пишут. У нашей модели, которая работает в Париже, родился сын. Она назвала его Жан-Луи Мишель. Странно. Ничего странного. Я думаю, это в честь отцов. Ну вот вы почти что все и посмотрели. Да. А вот скажите, вы бы не могли вот написать в вашей газете, на каких тренажерах мы работаем? Конечно. Все, и сразу. Сколько? В крайнем случае. Ну тогда напишите, что в нашем зале готовят будущих чемпионов. Пожалуйста. Ну вот он у нас готовится стать чемпионом по легкой атлетике. Он по легкой атлетике. Да. Вот этот. Этот готовится стать чемпионом по штанге. Готовится по штанге. Вот этот красавец у нас готовится стать чемпионом по бодибилдингу. По бодибилдингу? Да. Извините, вы знаете, я у вас вот здесь уже почти час, а вот этот мужчина все время делает одно и то же упражнение. Этот? Ну, этот у нас готовится стать отцом. Если мы с вами найдем эту фотографию, я вам подарю совершенно замечательную штуку. Кетчуп Балтимор. А вот. Да?
Я вообще-то вкусно поесть люблю. Я даже женился ради домашней еды. А вы что, никогда не пробовали кетчуп Балтимор? Нет. Ой, ну что вы, с ним любая еда сразу в 10 раз вкуснее. Эх, вот я дурак. Не надо было жениться. Надо было просто купить кетчуп Балтимор. Да. Компания Балтимор – наш томатный спонсор. Реклама. Внимание! Акция «Инспектор на дороге». Только что вы нарушили правила дорожного движения и должны заплатить штраф 500 рублей. А вот это ты видел? Ой, простите, товарищи. Товарищ полковник, внимание! Акция «Инспектор на дороге». Поздравляю! Только что вы сэкономили 500 рублей. Все не то, не то. Какой здесь тяжелый запах. Это плесень, что ли? Так тяжело дышать. А ты думаешь, где хороший запах легче? Я вон в молодости на парфюмерной фабрике работал. Так мне уже через полгода плохо стало. Нос начал болеть, да? Не, печень. Ужас. Ой, извините, ради бога, хозяин должен войти первым. Пожалуйста. Вот так, пожалуйста. Да, так. Ужас и кошмар. Почему? Так это я хочу спросить, почему? Почему я должен платить такие деньги вашей фирме за эти голые стены, за эту, ну, развалюху? Развалюху. Ну зачем вы так говорите? Вот пройдемте. Мы же проводим полнейшую реконструкцию этой квартиры. Да это даже не половина работы. Ну давайте посмотрим. Вот здесь будет кухня. Угу. Значит, 18,9. А кухни-то нету кухни. Я же сказал, будет. Будет? А, будет. Конечно. То есть кухня будет. Так. Будет кухня. Вот тут ванная. Ванная. Да. 9,3. Угу. Ванной-то нету. Будет ванная. А, и ванна будет. Конечно. Будет, да? Так, а здесь туалет. Угу. Туалет 2,4. Ага, да. Ну, туалета тоже нет. Ой, как с вами трудно. Будет. А, и это будет? Будет, конечно. Будет. Ну, шо, будет. Шо. Так, а там у нас... Там у нас балкон. Будет. Где же? На жаре. Кто-то детские сказки с картинками в макулатуру сдал. А, сказки. Ой. А дети-то у них уже выросли. Ну, естественно, выросли, раз сказки в макулатуру сдали. Нет, не в этом дело. Я просто посмотрел, что эти дети к картинкам пририсовали. Вот, кенгуру, бегемотик. Сказка про три корочки. Во все времена родители работали, не жалея сил, без перекура. Вау, какие мальвины. Чтобы хотя бы их дети могли хоть немного перекурить. Ну вот, Буратино, я и принес тебе три корочки, как ты и просил. Так что поешь, сынок, и собирайся в школу.
Не, ну, папа, ты что, совсем плохой стал? А чего? Нет, ну ладно, ты меня из щурки сделал. Тебя самого что, из пробки сделали, что ли, а? Вот. Я тебя каких три корочки просил принести? Так, я тебя просил принести три корочки. Корочку об окончании школы, корочку об окончании университета и, главное, корочку с отмазкой от армии, папа. Ну ты что, совсем меня не любишь? Что ты меня за дерево держишь? Я не знаю. Папа. Компания «Балтимор» – наш томатный спонсор. Ай, все. Семечки у меня закончились. Слава Богу. Книги, книги, книги. Говорят, лучшие мысли люди запоминают из книг. А я вот больше кино люблю. Там такие мысли бывают. Да ладно, какие в кино могут быть мысли? Ну как какие? Ну, вот, например, в этом фильме. В каком? Я забыл название. Так там этот актер. Какой? Не помню фамилию. Так он сказал. Что? Вот что сказал я, забыл. Но я это на всю жизнь я запомнил. Держись, товарищ мой дорогой. Держись, держись. Брось меня, я прошу тебя, не мучайся. Нет, нет, запомни, я тебя ни за что не брошу. Беда-то какая беда. Что ты делаешь? Что ж ты делаешь? Слушай, не надо, не надо. Ну, ладно. Пожалуйста, ну брось меня. Нет, нет, даже не проси. Одна надежда на доктора. Ну, потерпи еще немножко. Потерпи. Ну, вот. А, это пункт переливания крови. Да. Напрасно старушка ждет сына домой. И скажется на заряду. Ну? Вы видите, что делается? Ну, помогите же, ну! А чем же я могу ему помочь? У него в крови алкоголя, наверное, 2%. Да не ему! Мне помогите! Перелейте мне срочно половину его крови! А то эта скотина без меня всю бутылку выпил! Скотина! Вот она! Слава Богу! Какое счастье! Слава Богу! Если бы вы знали, что для меня значит эта фотография. Да ладно, чего там? Подумаешь, фотография жены. Бумажка, она и есть бумажка. Напрасно вы так говорите. Для меня ведь это не просто бумажка. У меня ведь здесь с обратной стороны телефончик одной женщины записан. Слава Богу, какое счастье, слава Богу, слава Богу, слава Богу.